ну, вы в России долго, у меня вопрос просто для себя, не холодно? Нет, хотя чуть-чуть, наверное. Скажите, пожалуйста, по программе, по сегодняшней, объясните, почему эти произведения, этих композиторов, как решили с Глебовым составить программу? Мне кажется, совсем спонтанно было то, что мы хотели играть просто. Я хотел играть Шопен, и он хотел играть Чайковский. Давидов вот такой в середине такая произведение, так что все получается спонтанно, но есть потом какой-то смысл, потому что я начинаю очень солнечно, программа очень счастлива, скажем так, и у него потом будут какие-то темноты, скажем. Вот. А какое ваше самое любимое произведение, которое сегодня будете исполнять? Лично для вас? Мне кажется, все то, что будет исполнять, потому что их знаю так хорошо. Но как бы спросить, мне лучше папа, мама, то есть они все имеют какой-то... Нет никакой, никакое произведение, которое мне больше, скажем так. Вот, скажем, они все забирают какой-то часть.